очередное утро и очередной карандаш из недорогой серии механических карандашей из Китая. Ну что, начнем разборку. Продолжаем наши испытания механических карандашей. И теперь у нас очередной механический карандаш из такого полупрозрачного софт-тача. Ну, вернее, даже не софт-тач, это просто как пескоструй такого плана сделано. Здесь есть наклеечка, которую нам нужно будет снять, дабы потом не возникли с ней проблемы. Снимаем обычный штрих-код. Здесь у нас 0,5 мм заявлено. Пластиковая. Ну, даже не пластиковая, а прозрачная такая вот цангочка. И наконечник у нас металлический. Здесь у нас снимаем, ну, опять же, отверстие для того, чтобы маленький ребенок не подавился или смог дышать. Маленький, очень тоненький ластик, но зато синего цвета. Вот. По... Да, скорее всего, это металл. Здесь у нас заявлено HB. Да, HB у нас здесь есть. Тоненький, толстенький. Ну, даже... Нет, все-таки HB не больше к мягкому. Синенький цвет многим придется по душе. Даже такой голубенький. Монолитная клипсочка. Здесь мы уже разбирали. Загрузка происходит в маленький канал. Вот. И теперь проверяем количество стержней. Здесь у нас интересно тем, что здесь видно прохождение стержня, если он есть. Но у нас второго стержня, походу, нет. Опять нас китайцы немного обманули. Но здесь идет другой механизм. Ну, здесь цанга уже с кулачками сделана. Здесь у нас просто выход. Хотя не. Есть все-таки и второй стержень. Не обманули китайцы. Ну да, два и все. Вот. Далее. Здесь запрессовка идет. Поэтому разбирать все это дело мы уже не будем. Проверяем сейчас загрузку. И карандаш уходит в фонд дошкольной подготовки дочери. Загрузка нормальная. Отверстие небольшое. Но, тем не менее, попасть в него просто. Синий ластик. Очень прикольно смотрится, конечно. И видно, есть ли там стерженек. Прячется вместе с кулачком пластик. Вот такой вот. Здесь даже вот как бы треугольником сделано, но немножечко утоплено. Если вот так вот присмотреться, совсем еле-еле видны рифления, но держать его удобно. Вот так. Вот мы и разобрали очередной карандаш из Китая, механический, на 0,5 миллиметра стержень. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, кому не понравилось, пальцы вниз, оставляем комментарии, ну и, соответственно, подписываемся на канал. Дальше будут еще механические карандаши. Всем пока!